опять дождик идет. African lion. African lion. Ah, yes. Ну, вот сейчас мы где-то увидим львов. Африканские львы. Смотрите, сколько машин. Вереница такая. Так. Пока просто природа. Ну, тоже приятно. От магазина устаешь. А здесь природа. И еще животные. Очень приятно. Хороший вообще парк. Я советую посетить, кто не был. Он очень большой. Здесь много различных животных. Поэтому скучно здесь не бывает. Вы видите, здесь такие дороги, поэтому машину периодически вот так туда-сюда. Ну, мы же все-таки в парке сафари. Видите, какая дорога? Поэтому и камера тоже туда-сюда. Хороший обзор, да?
год, по-моему, они. Ну, плохо видно, они лежат. Ой. Так, как же показать? Заглянем в это окно. Где они там? Вон, видите? Ну, жалко, что они не ходят, а решили отдыхать. This one here. Difficult cage because they like. Конечно, здесь территория очень огромная, видите, на такой большой территории еще нужно отыскать, где эти львы. Не поймешь, где они ходят, или лежат, или, ну вот как я показывала, да, там три льва отдыхала. О, слоны, я слышу, слоны где-то там, недалеко. Little babies. Ну, вот видите. Ой, там вот, смотрите, малыши. Боже мой. Ой, как жалко, что они лежат и не очень видно. Это мамочка с ними отдыхает. Маленькие совсем. Алёсенькие такие кошечки. Хорошенькие. Жалко, что... Они все сытые, конечно, ленивые. Hey, look. Да. Ага. Маленькие, вот видите, светленькие такие, они лежат, малыши. Мамочка с детками лежит. Так, что у нас впереди? Thank you.
like this we saw mama and babies. Hot, yeah? Вот она, fresh air. With very dirty glass. Dirty, dirty. Your glass is dirty. Да, какая-то духота, какая-то такая вот как парит. Обычно это ну, не английская погода. Не свойственно для этой страны такая погода. Будем ожидать в очереди.